Поднимайте руки, потому что у нас новогодний год и Лиза Спокер. Якоб Абрамович. Бог. Чем занимается этот человек? Кому, кстати, пиво, чай, кофе? Как вы хотели узнать? Я скажу, что она занимается детской робототехникой. Победитель в первом туре выдвигает свою проблему. Будет очень интересно, это будет студия дождя. Можно уже объявить. Объявляй, конечно. Сложная ситуация. Понятно, а как потом возникнуть? Они могут вам позволить сэкономить 30% при размещении в моих детей. Нет. А что бы ты во мне изменил, чтобы я сразу казался успешным с первого взгляда? Ребята, ты говоришь, сейчас твоего банка меда и лицо.